Раннее утро, 4:40. О, Владимир с третьего этажа, Никита со второго штурмуют новое утро. Я ложусь раньше, закончил по интернету, что тут есть. Все, на 1 час постель остается незаправленной, чтобы повыветрилась. Вот теперь пошло дело. Ну-ка, дай-ка на память оставлю. Все спрашивают, как у вас, да какой порядок. Порядок простой, жить естественно надо. Вот все обуваются, одеваются. На улице сегодня где-то 30 с чем-то градусов. Подходит к 40. Включай там свет, Никита. О, порядок. Наша братья встает. Знаете, какие у нас надписи? Это на дверях. И везде какое-то идет поучение. Он вчера приехал, тут Роман был малыш. Сразу ему освободили второй этаж. Вот тут он спал там на кухне. Ну, а там вещи третьи. Везде, вот люблю, чтобы маленькое пространство, комната-то совсем махонькие. Иногда только, как говорится, для ступни проход. Много людей. Вчера тыкву пекли, напекли, очень вкусно. Знаете, как, чем питаться? Жить надо крайне экономно. Нигде ничего, чтобы лишнего не было. Поэтому не будет этих бедствий, нужды с деньгами. Это изображение. Вверху там библиотека маленькая. После пожара у меня большая библиотека была. Я ее разделил на 3 части и подарил в 3 домах библиотеки. А по мелочи остальным. Но это прибавляет света людям и друзей. О! Что тут такое у нас? Никто не против, что снимает. А что тут такого-то? Одевается, выходит. Я сейчас покажу, как на улице. Так, горшочек не забудьте. Отвязывай, подай ему там, вылить надо воду из-под рукомойника. Здесь все так, никуда ничего не вытекает. Самим надо вынести в туалет. Воды вчера успели принести. Что-то это, Володя, газета, то смотри, упала в этот, в ведро. Как-то не посмотрели. Вот этот, неправильно его положили, а она, видишь, не закрытая. Поднять надо маленько, а то отквасится. О, видишь, как все хорошо. На полу кастрюльки, вот проход какой. Все, больше ничего нет. Вот фляга. К фляге привязывается ночной горшок, чтобы не упал. Печка, уголь, зола. Ну вот. Сейчас я показываю свой интернет. Ну, переключу на улицу посмотреть, как наши братья. Темнота. Вот в темноте. Видно, там выходит. Вон там пошли братья. Все. Больше еще тут показывать утром. Позвонили Надежде Васильевне, чтобы она вышла молиться на утреннюю молитву. Это лампочка одна зажигаем, когда бывает так, чтобы освещала при разговоре. Часы, ну, батарейка дорого стоит, давно уже стоят. Иконы, книги, говорит, беспорядок, ничего подобного. Это порядок как раз. Каждая вещь свое место. Здесь дополнительно запасные новые эти 4 Евангелия раздать. Здесь мои книги по 1 экземпляру.
Все, пришли ребята. Никита сразу занимается своим делом. Принес ночную базу. Ее надо привязать. Кошки прыгают, могут опрокинуть, чтобы этого не было. Сейчас моются и начинаем молиться. Вот дверь, видать, Надежда Васильевна. Она где там не заходит еще? Что-то задерживается. Вот она, дверь отпахнула, распахнула. Все. Дверь закрыла. Заперла. Палочку к двери подставит. Все. Три поклона на улице. Видите, как все освещается. Без молитвы никуда. Вот. О, бабушка. Пошла к нам. Дверь открывает. Ну и теперь надо ее здесь встречать. Вот она. Вашему. С миром принимаем. Ну все, чего не знаю. Ой, какая тыква-то. Ну тыква такая сладкая вообще. Я даже Виктору Николаевичу послала вчера 3 штуки тыквы, вот эти 3 кусочка. Так, вы Добунова сюда заведете, когда он приедет сегодня. А? Я дам инструкцию. Сегодня решили съездить к Елене. Там что-то у нее нужда с углем, со светом. Все записать, как есть. Прямо с бумагой. Тетрадь, там корочку возьми, чтобы легко было записывать. Надо узнать, как направить жизнь. Вот так. Становится на газету, чтобы полный запачкать, неохота разуваться. Я не знаю, снимать это тепло или холодно. Я замерзла. Все. Вообще. Что ты говоришь? Ну так ты что? Готово дело. На молитву. Я знаю, все оборачиваются обычно, а ты нет. Ну, становимся. Сразу берут псалтырь. Там убери-ка сверху эти тряпочки оттуда. О, на стул они. Молитва слов. И становимся на молитву. А молитву мы уже показывали.